России по вольной борьбе провела тренировочное мероприятие в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер 1. В составе мужской сборной приняли участие 54 спортсмена основного состава. В числе участников пятеро олимпийских чемпионов: Алдар Бальжинимаев, Артур Нейфонов, Гаджимурат Рашидов, Завур Угуев и Заурбек Седаков. По этой базе эмоции, конечно, положительные, все нравится, все условия для тренировок, есть место, где кушать, столовая, большая, просторная, есть номера, в которых мы живем, просторные, удобные, так скажем, все условия для проживания. Ну, в зал зашел впервые, здесь приятно потренироваться, есть баскетбольные кольца. Все условия для тренировок. В составе женской сборной 29 спортсменок основы и 3 резервистки. В основном составе выпускница МСОР номер 1 Анжела Фоменко, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Я поступила сюда 2008 года, будучи еще совсем мало я занималась борьбой. Весь результат начинался отсюда. Я начала здесь профессионально заниматься. Здесь лучшие условия для тренировок, если ты хочешь профессионально заниматься, дальше чего-то добиться. После училища я еще, можно сказать, 8 лет занималась, да, и лучших условий не было, потому что здесь и питание, и жилье, и 2 тренировки в день на тот момент было. Сейчас еще и зарядки добавили. Ну а что еще спортсмену нужно, в принципе? Всего 100 представителей борьбы вольного стиля, которым предстоит защищать честь российского спорта на спартакиаде сильнейших. Соревнования пройдут в Казани в конце августа. Мы были на сборах в Сочи, мы приехали сейчас на медицинское обследование, УМО, коротко. Находимся здесь на базе около 2-3 дней, потом у нас сборы в Кисловодске, мы готовимся к соревнованию «Спартакиада будет Россия» у нас, которая будет проходить в Казани. Спортсмены и тренеры национальной команды составили только положительное мнение об условиях тренировок и проживания, которые им предоставили в Московском училище Олимпийского резерва номер 1.